Добрый час. Осталась позади школьная пора для выпускников 2012 года. Время побед и ошибок, первой дружбы и первой любви. К бывшим ученикам пришла зрелость, о чем говорят аттестаты, главные документы для вступления во взрослую жизнь. Они достались нелегко каждому, но особенное уважение вызывают те, кто с ранних лет трудился особенно добросовестно и 25 июня поднялся на сцену актового зала администрации, чтобы из рук руководителей города и района получить золотые и серебряные медали за отличные успехи в учебе. Енисейский район уже много лет становится лидером Ленинградской области по созвездию медалистов. Вот и в этот раз из общего выпуска 384 человека, 25 молодых людей получили золотые и 26 серебряные медали. Это наша общая гордость, совместное достижение педагогов, учеников и родителей. Виктория Халупина, Андрей Козлов, Енисейское телевидение, ЯМ-ТВ.